Этого человека в голландской прессе уже назвали жертвой прогресса. Водитель сверхсовременного автомобиля Tesla погиб в ДТП. Авто стоимостью 100 тысяч долларов врезалось в дерево в пригороде Амстердама. Сразу после столкновения автомобиль загорелся. 53-летний водитель не смог покинуть автомобиль, сгорев вместе с ним. Приехавшие спасатели какое-то время не приближались к Тесле, опасаясь удара током. В машине была система «Автопилот», но пока неизвестно, была ли она включена в тот момент, когда произошла авария. Tesla S – самый популярный электрокар в Европе. В России таких машин примерно 100.